Всем привет! Изделия из дерева люди делают уже много веков, со времен первобытного общества и до наших дней. Меняются только способы его обработки. И если раньше использовались топоры, пилы и рубанки, то современные мастера для обработки деревянных изделий, кроме ручных, также используют и электрические инструменты, и в том числе токарный станок. Дерево – это уникальный материал, и сделать из него возможно все. Иногда вещи, сделанные из древесины, просто поражают. Но это все произведения опытнейших мастеров, которые отдали много лет этому искусству. Мы подобрали для вас фотоподборку токарных изделий, которые под силу каждому, кто решил серьезно работать с деревом. Мы предлагаем вашему вниманию подборку необычной мебели. В подборке есть варианты, которые вполне могут подойти для нашего дома. Если вы хотите сделать свой дом неповторимым, возможно, этот выбор для вас. Надеемся, что это видео было для вас полезным. Не забудьте написать комментарий, если вам понравилось. Приятного просмотра и вдохновения!